Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, любители птиц. Сегодняшнее видео будет посвящено вам одним. Хотелось бы всех поздравить также с Новым годом, Рождеством, пожелать всего самого лучшего, успехов, здоровья, удачи и счастья человеческого всем. Вот, значит, по поводу Амадин. Здесь у меня поселилось 7 пар Амадин. На 7 пар Амадин желательно поставить 8-9 домиков, как бы с запасом домики. Но у меня пока 6 домиков, я сейчас все покажу вам. Расскажу, что как делать, а завтра, послезавтра добавлю еще домик. Или два. Завтра добавлю. Значит так, в плане питания. Вот у них тут кормушка есть. Кушают они, значит, просо. Канареечное семя немножко добавляю. Чумизу. Магар, это все не любят. Перед тем, как поставить домик и пустить птицу на размножение, я пропою их витаминами. Кушают они, значит, сейчас овощи, морковка, свекла тертая, потому что травы нет, сейчас зима, 7 января сегодня. Ну, они охотно поедают овощи, тем самым получают витамины. Овощи — это свекла и морковка, повторюсь. Яблоки плохо едят. Также вареное яйцо. Вот поставлю домик и думаю, яйцо уберу. Вареное, оставлю, овощи оставлю. Так, сейчас по поводу домика покажу. Вот так выглядят домики. Крыша открывается на одном гвозде. Здесь положил сено. Сено — сушеная трава. Весной заготовил. Положил не прям комом, а видите, я немножко им сформировал тут гнезда, форму. Им так удобнее. Амадины любят, чтобы было там удобно, красиво, уютно. Все, потом домики ставлю на полочку, и там они функционируют. У некоторых домиков сзади я сделал крючки, чтобы вешать на стенку. То есть можно поставить, можно повесить. Так, это как бы все ясно, да? По поводу кормления, по поводу домиков, это вот это. Показал, рассказал. Также сделал себе для эксперимента пару амадин, посадил в клетке. Сейчас покажу. Это там домики для волнистых попугаев стоят. Это батарея, которая греет, дает тепло. Так, вот здесь отдельно сидят в клетке амадин и парочка. Вот видно самец кофейный и самка стандартная. Рыжий бок — это я их йодом пометил, когда они в стае сидели, они все время уединялись, все время друг другу ухаживали. Я решил их отсадить, для этого пометил, чтобы в то время, как буду ловить, не перепутать. Повесил им два скворечника. Вот здесь с таким выходом, здесь с таким. Моя практика показала, что вот такого плана домики, вот как здесь, видите, прямоугольный выход, птицы любят больше, чем вот тут квадратный. И всегда выбирают домик с прямоугольным выходом. Ну вот тут посмотрим, какой домик выберут. Вот они, красивые такие. В одной книжке вычитал, что амадины живут 10 лет, при этом плодятся хорошо и развиваются. Но если сейчас 18-й год у нас, январь, то примерно до 2028 года эта пара должна мне приводить птичек. Птенцов, в смысле. Так, сейчас покажу еще, у меня есть японские амадины. Японские амадины сидят тут отдельно в клетке. Приобрел я где-то примерно штук 40 этих амадин. Но тут выбрал самых красивых, чтобы оставить себе на развод. Вот, видно, да, вам? Светленькие крылышки. Чубатенькие там есть. Сейчас они еще маленькие, а вот чуть постарше станут, буду отбирать самца от самки. Кстати, самца от самки не угадаешь, только надо ждать пения. Как запоет, значит самец. Еще также решил я попробовать, посадил в отдельную клетку. Сейчас я вам открою, покажу. Где он здесь? Здесь у меня, видите, самец японская амадина, вон отсидит. А самочка зебровая амадина. Опять-таки, в одной книжке вычитал, что зебровые амадины и японские можно скрещивать. Получатся гибриды.
Стало мне больно интересно, что может получиться, и для этого я сделал себе такую экспериментальную пару. Шустрые убегают от камеры постоянно. Вот они. Выбрал я белую зебру и вот такого вот стандартного расцветки япошка. Посадил тоже только вчера. Посидят, думаю, 2-3 дня. Адаптируются, подружатся, потом домики повешу сюда им. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Вот таким образом я размещаю домики. Вот здесь крючочки. Вешаем на крючочки. Все, первый домик пошел. Второй домик пошел. Ставим его в угол. Вот так все это выглядит. Вот в углу, посередине, почти в углу, там домик, там домик, и один повесил. Вот 6 домиков. Завтра мы такие расформируем левее правее, туда в угол поставлю домик. И тут посажу еще на сетку. В общем, вот такой вот получается у меня проект по амадинам. По поводу вольера. Здесь вот одна центральная дверь, то есть можно через нее ловить. Здесь в углу сделал тоже одну дверочку, чтобы было удобно там что-то достать снизу. То есть здесь поднято, а тут вниз неудобно, а тут удобно вниз. Также будет можно добраться до этой полки без всяких стульчиков вот там. И контролировать, допустим, процессы. Вот через 7-10 дней я возьму этот домик, сниму, проверю, есть ли там яйца, и зафиксирую в журнале то, что яйцо первое согласно там дня. Затем 13-14 дней буду смотреть, что выведутся птенцы. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будем еще пытаться с вами разводить амадин вместе. У кого есть какие-то советы, пожалуйста, можете советовать. Советы мы любим, хорошие. Все, всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До свидания. До скорой встречи.